Привет, друзья! И у нас вот такая вот посылочка пришла из сайта AliExpress. С вами я, Александр, и вы находитесь на канале Китай в топе. Так, распакуем, сейчас посмотрим. Продавец нам ничего не положил. Здесь у нас вот такое вот платьишко. Вот такой вот у нас сейчас. Где у нас тут? Платьишко приятное на ощупь. Сейчас, кстати, ребятки, я подкреплю где-то тут будет, скорее всего, с этой стороны, как оно должно выглядеть, чтобы вы видели уже непосредственно само платье, как, чего, почем. Сейчас быстренько посмотрим на шовчики. Вроде бы все ровненько, все аккуратненько. Все ровненько, все аккуратненько, ребятки. Цена, опять же, цена там порядком $9 обошлось данное платьишко. Видите, шовчики, все чики-пики. Сейчас рукавчики. Рукавчики. Рукавчики пристручены нормально. Нормальненько, как видите, все аккуратненько. У нас что? В принципе, все тоже аккуратненько есть. Начебто целое все. Платьишко. Также постараюсь прикрепить в конце видео фотографию, как оно выглядит на человека, который заказывал. Так, ссылочку я укажу в описании на данное платье. Ставим лойсы. Ну, сами знаете, дальше подписываемся на канал. С вами был я, Александр, и вы находились на канале «Китай в топе».